Антон, иди пока в свою комнату. Довольно далеко, в другой стране. Мы работаем по контракту, занимаемся геологоразведкой, строим заводы. Нас по полгода дома не было. Бабушка, моя мать, но она год назад умерла. А Вадим и Антон в один голос заявили, что переезжать не будут. Вадим поступил в институт, у Антона секции. Мы тогда подумали, что это разумно. Они у нас мальчишки самостоятельные. Мы посчитали, что будет правильным, если они самостоятельно начнут жить. Регулярно звонили, высылали деньги. Дегтяревых попросили, чтобы они за ними присмотрели. Они наши давние друзья, детей у них нет. Они согласились. Не могу сказать. Не знаю. Да, мы все поняли.